так рано нужно вставать, в школу рано вставали, здесь в лагере рано вставать. Я хочу подольше спать. Ага, если Валя увидит, что мы спим, нам придется и копать, и убирать, бассейн чистить. В общем, работа найдется. Копать? Убирать бассейн? Я хочу, хочу, хочу! Камила, ты что, совсем ку-ку? Мы сюда приехали отдыхать, а не работать, копать, стирать, убирать. Что, совсем? Все, девочки, я хочу спать. Тем более, посмотрите, какая отвратительная погода на улице. Все, всем сладких снов. Доброе утро! Во, молодцы, проснулись, оделись. Девочки, встаем, 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 все идем ко мне, у нас зарядочка, быстро. Камила, быстренько вставай. Мы с Мусей идем, идем. Идем. Я не хочу. Девочки, давайте бегом. Дарина, спускаемся, Анечка, поднимаемся. Девочки, давайте мы еще мальчиков поднимаемся. Господи, зачем это так много? Давайте, давайте, давайте. И правой ножкой все за мной. Ручки поднимаем, не забываем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Построились, круговые движения головой. Раз, два, три, четыре. Я смотрю, никто не ленится. Раз, два, три, четыре. Закончили, теперь в другую сторону. Раз, два, делаем, девочки, делаем. Три, четыре, 10 раз я пошла мальчиков приведу, а то тоже, наверное, спят. Камила, можно не делать, Леха ушла. Так Валентина Ивановна говорила, 10 раз нужно сделать. Да пофиг, что она говорила, она ушла, все, можем отдыхать. Витя, Вить, выходи. Ну что ты молчишь, давай быстрее, ты ж тут не один. Пожалуйста, Витя. Тима, куда ты стучишься? Что случилось? Витя закрылся в туалет и... Да. А серьезно? Да. Витя, выходи, ты тут не один. Ага, молчи, да ты что думаешь, я что, так не пытался? Витя, быстрее, Витя. Витя, ты тут не один, давай выходи. Выходи. Не, пацаны, вы что вы увидите? Вы меня не девочки в туалет. Доброе утро, молодцы, проснулись, садились, быстро за мной. Валентина Ивановна, я еще в туалет не сходил. Тетя, я еще не умывался даже. Витя, Витя, выходи, давай быстрее, Витя. Витя, ты не один, давай быстрее. Мальчики, ну что вы придумали, зарядка уже где-то пошли. Да я не умылся еще, я не умылся еще. Ну, Валя, чуть-чуть. Витя, ты, Витя. Димочка, в самолете, ты еще сами дети опять. Витя, мы тебя ждем. Давайте бегом. Быстро, быстро. Пипец, я просто понимаю, что нам сейчас целое лето. Каждый день придется вставать так рано. Даже не выспишься. Девочки, да успокойтесь, сейчас придут мальчики, мы быстро занимаемся и сможем обратно пойти в кроватку. А мне нравится зарядка, я буду красивой и здоровой. Ой, вот блин. И делай свою зарядку каждый реально. День. Реально. Девочки, девочки, я не вижу, что вы работали. Продолжаем, продолжаем движение. Раз, два, раз, два. Так, Дима. Нормально иди. Туалет. Раз, два. Раз, два. Девочка. Быстро, 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 быстренько. Строимся. Молодцы. Все построились. Итак, забыла вам рассказать. Смотрите, у нас теперь будет кепка победителя. Это кепка лидера, который всегда будет в ней ходить. И мы будем знать, что это самый лучший человек в лагере. И шапочка лузера. Не сильно приятно, но правда. Кто хуже всех будет работать, не слушаться меня, будет ходить в этой прекрасной коробке. Ну а сейчас продолжим с вами зарядочку. Ножки на ширине плеч, ручки к плечикам и пошли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Валентина Ивановна, все, я не могу. Так, ну хватит смеяться. Продолжаем. Ножки теперь вместе. Вот, расставили. И приседаем. Ручки в боки. Раз, два, три, четыре. Дарина ниже.
Анечка, молодец. Паша, я не вижу, чтобы ты вообще что-то делал. Раз, два, три, четыре. Раз. О, да. Два. О, получайте, жабы. Четыре. О, хорошо, ага, как. О, фух, это было божественно, просто великолепно. Димочка, что ты там прутик делал? Ай, я жаб топил. Бессовестный. Все, успокоились и продолжаем движение. Бочком стали, ножка перед ножкой. И наклончик. Раз, два, три, четыре. Сами в другую сторону зовите. Все, короче, идите туда, тут жарко. Я манала такие зарядки, блин. Такая жарюка, блин, еще и заниматься надо. Я в шоке. А мне нравится в лагере быть, делать зарядки. Дарина, ты вечно ноешь. И дома ноешь, и здесь тоже. Камила, это только первый день. Тебе еще это все надоест. Валюха заставляет кучу дел делать. Ты читала бумажку? Ты видел то, что написано? Клянусь, клянусь, клянусь. Все, что копать, убирать, стирать, готовить, это все ты будешь делать. Так что ты бы лучше бы, ну, такие слова не говорила. А я люблю убираться и маме помогаю, в отличие от Дарины. Ну вот и помогай. Блин, зачем тебе мама лайки дала? Меня вообще тетя заставила эту клятву прочитать. Еще клянусь, клянусь, клянусь. Я в прошлый год вообще ничего не делал. А в этом году будешь работать. Ой, это все, Дарина. Ну в том году поотдыхала, теперь давай, трудись. Трудиться, трудиться, еще раз трудиться. В прошлом году это для тебя ничего не значило, а в этом будешь ты пахать как миленький, понял? Я ничего работать не буду. Ошибаешься, будешь работать как миленький. Если будут заставлять, я просто к маме уеду и все. Никуда ты не уедешь, Валюха тебя не отпустит. Вот я не понимаю, почему вы такие злые на Валентину Ивановну? Она же добрая, старается ради нас. Добрая. Камила, блин, это она для тебя добрая, просто ты тупая. Обзываться нельзя, там все было написано в пункте. Я расскажу все Валентине Ивановне. Если ты настучишь про меня, Валентине Ивановне, или про нас всех, мы закроем тебя в сарае. Как ботана в прошлом году. Реально, там знаешь, сколько пауков? Будешь жить с ними, пауки, там всякие скалопендры. Камила, в сарае очень страшно. Там такое ночью происходит. Ага. Ты просто лучше про нас не стучи, Валентине Ивановне, а то мы тебя там закроем и будешь там жить всегда, поняла? Да вы... Витя, ну кушал же, как все дети. Ладно, сегодня выходной у тебя. Тетя идет. Так, я не поняла, я сказала зарядку делать. Давай, Камилочка, продолжай. Чего сидим? Я не поняла. Тетя, сейчас жара, а ты нас заставляешь зарядку делать. Мы не будем, мы будем сидеть тут. Да, Паша, а что ты начинаешь? Валентина Ивановна, мы все делали, как вы сказали. Ну, на секундочку только присели. Вот. Валентина, мы только на минуточку. Мы уже все упражнения сделали. Вот сейчас посидим и начнем дальше. Значит, вот так, да? Даже не смотрим на меня, когда разговариваем. Слушайте, вам надоели, ну реально. Клятву читали вчера все? Что было написано? Сидеть в телефонах. А, сидеть в телефонах. Прекрасно. Лера, давай телефон. В смысле? А, вот так. Ивановна. Давай, давай. Нет, Валентина. Да. Вот Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, я давай, давай. Так давай. Я даже в нем не сижу. Аня, Дима, да, доиграй, доиграть. Можно доиграем сейчас в мяч. Паша, давай телефон. Тетя, у меня нет телефона. Я его дома забыл. Хорошо. Я же не поленюсь и схожу домой и найду твой телефон, Паша. Значит так, сейчас все приступают к обрыванию коричневых иголочек сосен. Видите, портится чуть. Камилочка, ты будешь заставить. Я сейчас кепочку капитана дам. Почему нельзя было оставить? Просто посидеть в телефонах. Да. Ах ты моя зайка, пойдем. Камилку слушаться? Камилу не обижать? Если что, Камилочка, помнишь что, да? Валентине Ивановне все рассказывать. Давайте, встали, приступаем. Надо было ее сразу в этом сарае закрыть. Стукачка. Я же все расскажу Валентине Ивановне, Лера. Что ты говоришь? Слышишь ты, блин. Извиняюсь, больше сарай говорить не буду. Ага. Так, давайте, работаем. Ой, Дима! Прости. Дима, я же все расскажу Валентине Ивановне. Давай, срывай эти иголочки. Помолчи. Для чего это вообще в принципе делать, блин? Срывать иголки.
Это дебилизм, они сами падают, зачем их срывать? Это так же самое листочки с деревьев срывать. А давайте, у нас листья пожелтеют, и мы будем листья с деревьев срывать. Дебилизм. Я не хочу ничего делать, тут еще солнце светит. Дарина, не ной, ты только ноешь, давай, работай. Послал же Бог сестру. Слышь, Паша, а что ты не работаешь? Я не буду работать, вот вы боитесь, тетя, вот вы и работаете. Ай-яй-яй, Паша, я все расскажу Валентине Ивановне. Да рассказывай, что хочешь, я тетю не боюсь. Да капец, блин, что один лошара, Паша сидит, ничего не делает. Мне тоже будет на Валюху все равно. Работайте сами, либо все, либо никто. Дима, так делать нельзя, надо меня слушаться. Давай вставай, иди работай. Паша не работает, значит тоже работать. Паша, давай подвигайся. Давай, давай, давай. Нет, блин, Камила, ну это реально фигня какая-то. Почему кто-то работает, а кто-то нет? Мы сейчас просто тоже можем пойти к Валентине Ивановне и нажаловаться, что ты плохо руководишь. Да, Камила. Или все работают, или никто не вот, работает. Вот, видишь? Поэтому давай поднимай мальчиков, и мы начнем работать все. Молчать! Я главная! Хорошо, Камилочка. Но тогда мы тоже про тебя все расскажем. Да. Угу. Слышь, Пашок, а что ты там играешь? Там в шашки играю против телефона. Так, слышь, может, давай один на один? Ты хочешь, чтобы я тебя раскинул? Попытайся, давай быстрее настраивай. Ах, давай, смотри. Я хожу. Давай. Дима, я все про тебя расскажу. И про Пашу, и про девочек. Все расскажу. Так, вот так вот. Не-не-не-не. Стой, стой, стой. Паш, это у тебя жаба какая-то. Все. Паша, ты что, тетя свою жабу подписал? Это не твое дело. Как хочу, так и подписываю. Все, теперь я хожу. Так, Паша, я твой телефон в доме не нашла. Давай говори, куда ты его спрятал. Блин, телефон Вася, давай, давай, давай. Значит так, телефон, я думаю, здесь, да? Нет, у меня нет телефона. Дима, а ты что сидишь? А, я работаю. Давай быстро работай. Паша, если телефон здесь, будешь наказан. Нет телефона. Признавайся по-хорошему. Нет телефона. Нет телефона? Нет. Вроде и правда нет. Да, нет, конечно. А что сидишь, что не работаешь? А, я просто... Ах ты обманщик! Я тебе что сказала? Работать как все! Давай сюда телефон! Тетя, жаба! Ах, тетя, меня подставили! Ах ты бессовестный. Нет, такой! Меня подставили, я тебе нянчу два года так. Подряд! Бессовестный! Кормлю, пою тебя! Сейчас я тебе сделаю сюрприз! Капец тебе, понял? Вот-вот. Реально. Лучше бы ты работал. Да мне пофиг, что она сделает? Спрячет телефон, да я его найду. И что вообще встали? Давайте работайте. Ты потом твой телефон очень хорошо спрятала, что ты его никогда реально не нашел. Вот именно, Паш. Валентина Ивановна, давайте энергичнее работаем. Значит так, закончили работу, быстро построились на пеньках. Ну идем, идем. Значит так, любимый племянничек, у которого тетя жаба, имей в виду, телефончика у тебя больше не будет. И это касается всех, дети. Все, кто будет меня обманывать, обзываться на меня и на друг друга, получат то же самое. Я ваши телефоны буду прибивать на эту грушу. И начнем мы, Паша, с твоего. Прямо. Да, тетя, ну все, хватит. Пошутила и хватит. Надо. Что? Тетя, пожалуйста, не надо. Я больше так не буду. Пожалуйста, не надо. Не надо прибивать, пожалуйста. Надо, надо, все надо. Чтоб знал. Реально стабило. Офигеть. А теперь идите и смотрите, что вас ждет, если вы не будете меня слушаться. Офигеть! Увидели? Увидели? Вот будете знать, как не слушаться меня. Я в этом году с вами шутки шутить не буду. Нет, мой телефон так прибивать не надо. Нет. Я не хочу. А ты, Паша, теперь у нас... Ну зачем ты... Бузер, понятно? Нет у меня больше любимого племянника. Все,